Давай. Помоги тебе позалить сюда. Давай, не стесняйся. Молодым у нас дорога. Нет, помоги пацану. Потом обратно его. Давай, иди к нам на сцену. Давай. Пошумите по-моему. Давай. Молодой такой, так долго ходишь. Ну что вы там еще переоденьте его? Ну неожиданно. Как зовут? Кепка «Локомотив» на голове? Заряд, ты знаешь? Да! Ну, самый простой хотя бы. Держи микрофон, вот смотри, это все наши. Сможешь? Давай. Может, это твой самый главный день в жизни. Потом станешь заряжающим на юге. Давай вместе. Ты начинаешь, а я продолжаю. Давай. Раз, два, три! Вперед, Локо! Вперед, Локо! Вперед, Локо! Вперед, Локо! Вперед, Локо! Вперед, Локо! Арсений, ты красавчик, не сдюжил. Дайте шума Арсению, пожалуйста. Все, беги. Эти аплодисменты тебе. И вам, конечно, пошумите сами себе. Немного потанцуем, потом вернемся к мотивационным песням, я так понимаю. Есть у меня песня с Димой Монатиком. Дима Монатик из Киева. Музыка вне политики. Я бы хотел поехать на финал. Ливерпуль-Лиан. Но меня туда не пустят. Поэтому я буду его смотреть по телевизору. Но музыка нас не остановит! Мы засыпаемся в другой разных мирах. Мы ждем за другую, не лучше, чем вчера. Мы снова ищем ответы во сна. Ответы мысли. Что ты делаешь перед сном? Мечтаешь о лучшей жизни, просишь у Бога за своих близких. В уме складываешь числа, читаешь, проклинаешь Иоанна Баптиста. Думаешь, что будет завтра, по следам города большого брата. От лета остаться, остаток или...